вже травми. Система GPS-моніторингу Біакон. Отак. Громадська організація Мотофео. Вонка ще не почалася. Та пас, тримаюча сторона, яка гостинно сьогодні нас приймає. Начало сезона, как все еще веселые, хихи, ха-ха, давно не видели, целых почти два месяца. А сейчас после первого круга начнется, ты меня не пропускал, ты меня подрезал, что это такое, я тебе протест напишу. Это называется большой спорт. И Анютке работа у нас. Вот, девочки, учитесь, жены спортсменов подметают, убирают. Анютка лучше всех. Аня, молодец. И тут будет все будет это как-то делать. Замуж выйдет. Кому надо это? За этого дурачка. Вот так рождаются новые команды. Пока не директоров такие, механики, повара такие. А давайте-ка забабахаем новую команду. Так и скажи, что шапочку хочешь. Да, новую. Хочу. Ладно, Димон, привет, не под угрозой скажу. Хочу. Бойцы уехали на ознакомительный круг. И мы готовимся к их возвращению. И начинает стартовать первый заезд автокласса ТВ. Все в куче едут. Целых 7 квадроциклов приехало на первый этап. Это вообще нонсенс для квадроциклов. Как-то они в последнее время очень слабенько участвуют. Все в основном баги. Ну а после квадриков стартует УТВ аматоры и класс Open. Класс Open — это новый класс, который ввели в регламенте в этом году. В классе Open может участвовать любая семья. Блядь, он меня сразу, сука, наводит. Слушай, он едет ровненько, кайфует, блядь. Эй, бать, его ловлю, блядь. Я его ловлю по всем вот этим. Туда-сюда, туда-сюда. На 140 я выкручу. Больше не пре. Сейчас едем по трассе, находимся в Гавле. И трасса такая будет, достаточно скоростная, прямики, тапка в пол. Ищем хорошее место для съемки. Посмотрим, чем сейчас все закончится. Как впечатление о гонке? Отлично. Не, ну можно более широкий ответ? Очень отлично. Во-первых, поздравляю всех с началом сезона 2022. Вроде бы не успел закончиться предыдущий сезон, уже начался сразу же и новый. Трасса и легкая, и тяжелая одновременно. Она вроде легкая, но едешь и понимаешь, что если сильно будешь гнать, то можно и разбиться. Хотя ребята все остальные гнали, и нормально никто не разбился. Нам по факту просто не хватало тренировок.
Первый заезд на квадрике меня удивил, порадовал. Пацаны приехали на Полярисах, чуть ли меня не жахнули. Ну, один чуть не жахнул. Первый раз приехали, очень понравилось. Ехал на XMR, болит спина, хочу домой бухать, спать. Получил удовольствие. Холодно, ноги замерзли, капец. В лужу залетели, и дым пошел после выхлопной. Побоялся, что загорелись. Хорошо, а так, в принципе, все нормально. В этом году мы решили все-таки создать свою команду ЛСДД. Шапка тут все написано. Масса впечатлений, масса эмоций, классная гонка, классная трасса. Все, всем спасибо, я ушел. Давай. Братана люблю. И, по-моему, у меня будет там неплохой результат. Вот. С братом мы никогда не делим никакие, не соревнуемся между собой. И команда, по-моему, тоже отработала все на 100%. Молодцы. Ну, третий вроде как. Вроде третий в профи на чужой машине. Да. По времени лучшее время было, да. Но не доехал. То, что было, оно осталось там. Не доехал, последнее. А так, не, нормально, все понравилось, все, но я говорю, вот на 15 километров не доехал до финиша и. Ну ничего, бывает, бывает. Ничего страшного. Мы готовы к следующим соревнованиям. Через месяц второй этап. Всем спасибо, ждем всех там. Неа, новый? Ай ты, а ну, светоника. 62 килограмма. Ёлки. Финальный штрих – это командный кубок. Он в этом году весит целых 62 килограмма. Фу. Да. Так вот. Круто. Друзья, это было открытие сезона. Первый чемпионат Украины по кантри-кроссу. Проект 52 работает для вас. С вас лайки, подписки. Да, никаких пальцев вниз, только пальцы вверх. Сейчас награждение и пьянка.